В Шымкенте сотни горожан пришли на площадь Ордабасы, чтобы отметить День государственных символов. Форум патриотов собрал не только представителей старшего поколения. Отметить этот праздник, несмотря на начавшиеся каникулы, пришли школьники и студенты. Патриотический флешмоб объединил всех. Горожане, в руках которых развивались флажки и флаги независимого Казахстана, также организовали праздничное шествие. Праздник продолжился в парке независимости. Именно там находится аллея государственных символов. Это карта страны, высеченная на мраморе, герб и флаг. К слову, шымкентский флаг в парке независимости считается одним из самых больших в стране. Размер полотна 8 на 16 метров, высота флагштока 50. Праздничные мероприятия сегодня проходят и в районах области. Этот праздник для меня очень важен. Я думаю, не только для меня, но и для всего народа Казахстана. Каждый человек, каждый патриот, я думаю, должен ценить и уважать наши символы. И то чувство, когда играет наш гимн и возвышается наш флаг, это такое чувство, которое просто невозможно передать словами.